Что сказать, в принципе, игра могла, может, показалась счет довольно большой, но игра совсем не была простой, потому что, в принципе, знали соперника хорошо, индивидуально каждый сильный футболист в команде ребяжей. Но мы настраивались, в принципе, все ребята на самом деле молодцы, абсолютно все, выложились, как-то даже сегодня не столько было брака, как обычно бывает у команды. И я думаю, что заслуженно победили, переиграли ребят. Заслуженно. Если сравнивать прошлогодних призеров, с которыми играли не так давно «Орбита», вот сегодня «Лебяжи», кого бы из них больше выделил? Да я, наверное, никого бы не выделял бы, потому что, в принципе, и там ребята сильные, борьбу лезут, не уступают, жесткие, но не грубые, за что им, в принципе, спасибо. Игра получилась интересная, с обилием много забитых голов. Так что, в принципе, команды для меня, в принципе, одинаково сильные. Сегодня необычайно у тебя результативный матч получился. С чем связан такой всплеск именно сегодня? Да, настраивался, в принципе, как обычно. Просто ребята сегодня помогли, где-то сыграли на меня, где-то я сам проявил себя. Ну, в принципе, обычно так играю, просто не всегда замечают мою такую игру. Если сравнивать нынешний чемпионат с прошлогодним, насколько вырос уровень конкуренции в этом сезоне? Ну, добавились довольно-таки крепкие коллективы, с которыми, в принципе, каждый тур интересный, нету матчей проходных. На каждый матч нужно настраиваться, на полноги ни с кем не сыграешь. То есть, в принципе, что мы и доказываем. Начали здорово, не забили два гола сразу на первой минуте, два выхода один на один. Потом забили раз, забили четыре, вели 4-0, вышли на второй тайм и отыграли минут 5-7. И просто, не знаю, или попыли, или соперник собрался. Соперник сравнял 4-4, конечно, интрига очень серьезная была. Ну, в концовке добили 5-4. Ну, чего так расслабились даже... Где-то подсели в защите, может, расслабились, то, что 4-0 повели, ну, думали, сейчас легкая победа будет. Вот так и сложилось. Что можешь сказать по Минску? Достойна команда медали в этом сезоне? Команда неплохая, ну, бегущая, вроде бы, через пас пыталась играть. Ну, когда забили один, они нам, они начали двигаться, завелись немножко. Просто они вышли в первом тайме расслабленные, ну, может, поэтому и 4-0 мы повели. А так команда неплохая, ну, через пас сыграть может, и забить может, и обыграться где-то. Ну, я думаю, что в четверке она будет. В составе своей команды сегодня кого выделить можешь? Ну, как сказать, защитник Олег Хамец, конечно, молодец. Он каждую игру у нас вырывает, молодец, старается. Дима Кол вроде бы было неплохо, и где-то и выручал, потом, ну, эти, конечно, 4 гола, где-то и мы подвезли. Может, ошибка в том, что то, что сравняли 4-4, еще Бородич и Женюров Женя много очень не забили. Были их моменты, нормально было моментов, делать счет могли нормально и играли спокойно, доигрывали матч налегке. Четверть чемпионата позади. Как оценишь уровень в этом сезоне по сравнению с прошлым сезоном? Уровень намного, намного сильнее. Добавились команды новые, посерьезнее, чем были по прошлым годам. Раньше было у нас 3-4 команды, и все, и как бы между собой мы решали, кто займет какое место. В этом году, мне кажется, будет, ну, намного интереснее. Играли без сменок. Все сражались до последнего. Молодцы, все красавцы. На последних минутах уже подсели. Сил не оставалось у нас вообще ни у кого. У вратаря травма еще плеча было, беспокоило. А так, в принципе, все красавцы у нас. Отыграли на все 110%. Кто-то чуть меньше, кто-то чуть больше. Но
2-1, счет есть. Кого выделишь в составе команды сегодня? Сегодня больше всех? Никого. Все на одном уровне сыграли. То есть... Соперник чем-то удивил или, в принципе, были готовы к такому футболу, который был предложен? Ну, блин, может, больше такой, более пассивной игрой. То есть мячом они владели, по идее, даже и больше. Но по остроте моментов... В принципе, равная игра была, но у них преимущество владения мячом было. В одном из последних комментариев Алексей Гурко, игрок Минск Юнайтед, сказал, что видит Строитель в тройке. Что можешь сказать по этому поводу? Но если по итогу чемпионата в тройке по очкам мы явно не в этом сезоне. Вот. В следующем, может быть, и будем уже бороться, когда уже костяк команды соберу. Но по неожиданным результатом мы в тройке по-любому будем.